В Гродно вручили государственные медали лучшим сотрудникам органов внутренних дел Гродненской и Брестской областей. Торжественное вручение медалей прошло на футбольном манеже в Пышках и приурочено ко Дню независимости, который отмечается в Беларуси 3 июля. Традиционное награждение лучших служащих внутренних дел в этом году имело и свои особенности. Поздравления и медали принимали сотрудники Гродненской и Брестской областей вместе. Всего на футбольном манеже наградили 240 человек, из которых 120 – представители отделов внутренних дел Гродненской области. Поздравить лучших служащих в канун Дня независимости пожелала и ветеран Великой Отечественной войны Валентина Петровна Баранова. Такого количества поощрений, вот сколько отметило руководство страны, руководство Министерства внутренних дел сотрудников за эти месяцы, вот начиная, наверное, где-то вот с Нового года, я за всю свою службу, спрессованного в такой короткий промежуток, не помню. И это самое малое, да, что можно только сделать, потому что вот это вот моральное такое психологическое отличие, такое поощрение, как госнаграда. Вот у меня, например, медали за охрану общественного порядка нет, да? Задача милиции не меняется вот уже более 100 лет. То есть наша задача – это охрана общественного порядка, это борьба с преступностью, это обеспечение общественной безопасности. Иными словами, жизнь, здоровье, имущество каждого гражданина, целостность нашей страны – вот наша основная, самая главная задача. Борьба с преступностью, предотвращение преступлений являлось и является делом каждого милиционера, который сегодня будет награжден. День независимости для любой страны – это главный праздник. В нашей стране очень символично, что День независимости празднуется 3 июля. Это день, когда наши отцы и прадеды отстояли наше право жить на своей земле и самим определять свою судьбу. И сейчас в этом зале собрались те люди, которых выполняют свой долг, защищая мир и спокойствие, независимость и суверенитет нашей страны.